Всех приветствую, с вами Александр, компания Import Moto привезли очередной флагман корейского автомобилестроения Kia Carnival 2022 года выпуска. Автомобиль новый. Если вы хотите заказывать автомобили не только бэушные, но и новые, вы можете обращаться к нам, мы вам привезем абсолютно новый автомобиль. Автомобиль черного цвета, пятая дверь и боковые двери на электроприводах. Автомобиль полностью весь в пакетах. Даже коврики еще все в пакетах. Что хочется обратить внимание? Отсутствует память сидений, электропривод, как водителя, так и пассажира. Полный мультируль с обилием кнопок. Пробег данного автомобиля 44 километра. Здесь указывается 71 километр, сколько автомобиль может еще проехать. В автомобиле присутствует все, в принципе. Цена за такого красавца 5 миллионов 850 тысяч рублей.